Малаховке возрождается советская традиция комиссионных магазинов. Около месяца назад при поддержке местной администрации по улице Шоссейной открылся благотворительный магазин «Чердак». Его особенность заключается в том, что значительная часть вещей раздается малоимущим гражданам абсолютно бесплатно. Всегда, в общем-то, я прошу о том, что если у вас что-то есть, если вам что-то лишнее, не нужно, пожалуйста, приносите. Бесплатно, потому что есть те люди, которым это просто жизненно необходимо, люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Наряду с этим у жителей поселка есть возможность выставить ненужные вещи на продажу, причем это не только одежда и обувь. Любители антиквариата смогут приобрести здесь уникальные предметы, которые не найдешь ни в одном музее. Это старинная посуда, сохраненная с начала прошлого века, музыкальные инструменты и даже редкие книги. Люди сейчас стали приносить книги. Я с огромным удовольствием беру книги. Вот одна из них у меня на руках – это русско-немецкий словарь. И я была удивлена. Вот эта книга, она подписана к печати 23 июня 41 года. Елена Хитарова не просто руководит магазином и занимается предпринимательской деятельностью. То, что она вкладывает душу в свою работу, видно по оформлению помещения, значительно отличаемого от привычного образа комиссионок. Когда люди приносят ей коллекционные вещи, она пытается узнать историю каждого предмета, чтобы передать ее потенциальным покупателям. Но все же своей главной миссией Елена считает оказание социальной помощи людям. Если день, ну скажем, не очень такой, да, вот не очень там в плане бизнеса какого-то основного, приходишь домой и думаешь, 10 человек пришли и сказали тебе слова благодарности. Соответственно, я звоню в управу и говорю, вам 10 раз сказали спасибо и пожелали вам здоровья. Ради этого стоит жить. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.